Всем привет, ребята, мы сейчас... Ай, ты меня душишь. Собираемся поехать по делам, погулять еще заодно. И с Каролиной собираемся, короче, сейчас. Как видите, еще прически мы не сделали. Я ей сейчас буду заплетать, скорее всего, косички, потому что на улице жара. И когда мы куда-то ходим долго, где я знаю, что она будет беситься и играть, я обычно ей заплетаю косички, чтобы не мешали волосы. Но и с распущенными волосами тебе тоже хорошо. Мы сейчас хотели открыть вместе с вами очень классную посылочку. Каролина прям со вчерашнего вечера уже ждет. Курьер принес ее мне в 9 часов вечера. Вот. И мы решили ее не открывать вчера. И я Каролине ее не показывала. Но она сама увидела и такая говорит: «Ма!» Я думала, ты сначала маму хочешь отправить подписчикам, оказалось, это мне. Да. И так что мы сейчас с вами будем открывать. Должен был еще один курьер приехать вчера в 9 часов вечера. Точнее, позавчера. Но он что-то до сих пор не приехал, не знаю. Начнем открывать? Ну, давай, открывай потихоньку. Смотрите, какая красивая пришла посылочка от Глиспур. Ага. Прям как букетик, да? Да. Коленочка была такая. А это что такое, мама? Давай посмотрим, что это. Вот это что такое? Это трубочка. Зачем? Ну вот посмотри, это как будто бы коктейль молочный. Поняла? Клубничный. Похоже? А это трубочка. Давай я открою, а то здесь очень тяжело открывается молния. Ну давай, пробуй. Ага. Получается? Да. Еще так красиво упаковали, я вообще в шоке была. Та-дам! Что здесь внутри у нас? Вот. Но тебе будет сумочка, поняла? Ты это пока... сумка? Да, это сумка, это ремешочек. И ты сюда можешь свое барахло положить, там, косметику, телефон, что обычно ты носишь с собой, положить, вот сюда зацепить, и все. Да, у Глиспур вышли вот такие средства для волос. Это несмываемый спрей-уход для ослабленных волос, для поврежденных волос. И здесь как-то вообще я не поняла, что написано. Бьюти-молочко. Великовато, да, немножко. Мы Сержу скажем, и он уменьшит тебе звенья, и ты будешь носить с собой эту сумочку. Нравится? Прикольная. Давай сейчас. Ну иди тогда скажи папе, и он тогда уменьшит тебе, и ты сможешь носить ее. А... Чего здесь такое? Вот что! Да просто запутывается, потому что длинная. Сейчас папа уменьшит, и вообще классно будет. Давай, иди. Смотрите, какие классные средства. Это получается молочко для волос. Как им пользоваться? Просто наносите на сухие волосы, либо же подсушенным полотенцем, и все. Самая прелесть в том, то, что не нужно смывать, вообще ничего не нужно делать, просто наносите на волосы и таким образом ухаживаете за ними. Я вообще люблю такие средства, которые просто наносишь на волосы и не паришься, потому что чаще всего бывает, что нет времени нанести средство, потом еще раз пойти в ванную и смыть его. А вот такие ухаживающие штучки для волос, которые просто напшикал, очень удобны. И плюс ко всему мне нравится их упаковка, смотрите, такая йогуртная, как будто бы. Вот. Но я, наверное, для себя оставлю для поврежденных волос, потому что у меня сухие все-таки на кончиках волосы из-за моего окрашивания. Такая вот классная была посылочка. Если вы уже пробовали или же видели в магазинах, то обратите свое внимание. И, кстати говоря, я вчера или позавчера психанула и срезала все ногти свои длинные и сделала абсолютный нюд, очень короткие. И сделала свою самую любимую форму, как обычно. И лак у меня кошачий глаз. То есть, видите, он такой бежевый, но при этом переливается, особенно вот на солнце. Очень мне нравится. Ну и на один ноготь решила сделать дизайн. Вот. Я не знаю, в последнее время я очень сильно подсела на нюд.
поэтому и не выдержала. Яркий цвет просто-напросто сняла, срезала длину. Вот так вот мне очень сильно нравится. Кстати говоря, я думаю, что уже на основном канале вышло видео с гель-лаком дома, с маникюром дома. Так что обязательно переходите и смотрите, потому что то видео я старалась сделать максимально информативным и показать вам, как можно дома делать вот такие вот идеальные ногти. Правда, там будет чуть другой цвет лака. А мне кажется, под мои руки вот этот цвет очень хорошо подходит. Чего, так быстро? Ну-ка, покажись. Ну вот, как раз. А как он так сделал? А, он просто не запаривался, а... Он сложил вдвое цепочку и все. И как раз тебе по длине подходит. Да? Иди, можешь этот сюда сложить все свои вещи. Вы сейчас уйдете? Да, уедем. Я заплела Каролине косичку. Вообще хотела сделать вот так вот змейкой, но пока еще у меня не такой уровень плетения. Поэтому просто сделала теперь на бок дракончик. Вот сюда. Так, кстати говоря, тоже с первого раза получилось. Зато все волосы собраны. Ребята, мы приехали в парк, который относительно недалеко от нашего дома находится. И мы здесь вообще в первый раз. И оказывается, сегодня то ли какой-то фестиваль, то ли еще что-то. Каролина попросилась на вот этот батут. Мы ее уже туда отправили. И здесь настолько круто. Я не думала, что такие классные места у нас есть. А здесь вокруг лес, получается, и парковая зона. Мы сразу пришли сюда. Там еще можно вот наверх подняться, но мы там не гуляли. А здесь очень много народу. Все что-то делают, там какие-то лавочки, оркестр выступает, с детьми пикники устраивают. А мы здесь велосипед Каролине взяли, но здесь особо негде покататься, потому что холмистая местность, а по траве не особо удобно. И вот Каролина там играет. Мне очень нравится. Сегодня еще у нас погода хорошая, 25 градусов. Видите, небо ясное-ясное. А там речка, но правда там вся вода цветет. Прям вообще отлично выбрались и удачно, потому что все здесь интересно так. Вот Каролина сейчас покатится. У-ху! Маши, кричи всем привет! Детитка! Вот здесь еще батуты, но они для более маленьких детей. Каролине здесь будет неинтересно. Сладкая вата продается. Очень хорошо здесь с семьями погулять, отдохнуть на выходной день. Даже если здесь не будет никакого фестиваля, я думаю, что просто на природу вот так вот съездить очень хорошо. Но мне прям вообще очень нравятся вот эти высокие деревья, лес вокруг. Классно. Здесь, видите, в костюмчиках там ходят парочки. Я даже и не знала, что здесь проходит какой-то фестиваль. Мы просто заехали и вот так удачно попали. Там очень жарко, кстати говоря, на этом батуте. Каролина вся мокрая. И потом он весь нагрелся на солнце. Вон она на самом верху там. И вся мокрая она уже там. А где мои обувь? Здесь на велосипеде висит. Каролина хотела присесть, я говорю, садись на велосипед. Она говорит, придется не расслабляться, я хотела расслабиться. Вот там за Каролиной, видите, водичка. Она вся такая тиной покрытая, водорослями. Ну, вся цветет. А Серж пошел искать мороженое нам. Туда куда-то, не знаю, получится у него найти или нет. Вот это мороженое стоит 25 рублей, представляете? Я думала, что здесь мороженое будет стоить рублей 100 как минимум, как и везде. А он 25 рублей всего стоит. Этот лед фруктовый. Как раз Каролина хотела в парк, да? На аттракционы покататься. Просто мы думали, что просто на велосипеде покатается.
Но хорошо, что здесь батуты выставили. Да. Нет, я с газом не пью воду. Мы хотели вам показать, как Каролина научилась кататься. В принципе, неплохо. И уже ей этот велосипед, видите, немного маловат. Крути, крути, Петя. Давай, езжай. А? Вот, мы подошли к водичке. Как здесь тихо и спокойно. Здесь даже люди умудряются загорать и купаться в некоторых местах. Смотрите, какая крутая гора. И мы решили на нее забраться. Я не знаю, получится у нас или нет, но здесь очень она резкая. Сейчас вот как бы вам для примера показать. И мы собираемся подняться наверх. Я не знаю, получится у меня это сделать. Но они уже почти добрались. Вот как высоко это было. И мы идем дальше. Я бы ни за что, наверное, в горы не пошла бы в поход. Мы дошли. Смотрите, как красиво. А вон там еще есть мостик с этими замочками. Достаточно большая площадь у этого парка. Здесь можно даже зимой прийти погулять. Мы приехали в Глобус, чтобы закупиться и заодно пообедать. Каролина взяла куриный бульон, то ли шницель, то ли отбивная какая-то, клюквенный сок, томатный сок. Это я себе десерт взяла из смородины. Почему-то он мне показался вкусный, не знаю. И я себе заказала вок из говяжьей вырезки с грибами и лапшой. А Серж взял себе индейку и селедку под шубой. Вот, будем есть. Здесь в Глобусе очень вкусный вок. И видите, какая порция огромная. На, держи. Это была, кстати говоря, целая сковородка вок. Очень много. Мы практически заполнили корзину. В этот раз не очень много. В основном там овощи и фрукты. Ну, в принципе, как и обычно. И смотрите, что я здесь нашла. Во-первых, вот такие салфетки корейские. Зеленым чаем. Еще вот такие салфетки для лица. Упаковки классные. Это все корейские, представляете, в Глобусе. Ну, я, в принципе, до этого уже рассказала, что в Глобусе есть корейские товары. Такие детские салфетки тоже корейские. Но мне нужны бумажные платочки для того, чтобы с собой носить. Скоро уже, потому что осень. А? Смотри, здесь вот. И что? 10 штук, 24 рубля. У нас Серж, он поклонник Зевы. Поэтому все, что он смотрит, все, что касается бумажных изделий, он всегда смотрит дело. Вот, еще лосьон для тела, тоже корейский. Но хочу сказать, что корейская косметика здесь очень дорого стоит относительно. 659 рублей стоит этот лосьон. Еще, смотрите, только что увидела крем какой-то за 350. Это для чего? Для тела. Есть еще вот с таким вкусом. Давай. У нас очень маленький закуп, потому что Каролина ходит в садик, Серж работает, и, естественно, бабушки дома нет, я одна нахожусь, а мне хватает только овощей да фруктов в течение дня, потому что я чаще всего ем очень мало в последнее время, к тому же у меня сейчас там диета, которую мне выписал гастроэнтеролог. Так вот, что мы взяли? Сыр пармезан, это на бутерброды утром, он стоил 493 рубля, это за 379 грамм, короче, 1300 стоит килограмм.
Потом мы взяли несколько сырочков, здесь 7 штучек. Ну, может быть, с утра. Сливочное масло тоже на бутерброды. А я увидела очень классные персики, поэтому 2 персика взяла. Персики вышли на 50 рублей, масло стоило почти 300 рублей. Огурцы любимые, они очень сильно хрустят, поэтому вкусные. На 71 рубль, там чуть больше килограмма. Потом вот такое мясо взяли, точнее это окорок ветчины. И он стоил за килограмм 469 рублей, а вышел он у нас на 258. А помидорки черри взяла, потому что вот эти желтые, они прям как ягодки, знаете, как виноград, на 81 рубль вышли, а вот эти на 98 рублей, красные помидорки черри. Розовые томаты взяла, они где-то, да, где-то на 100 рублей вышли. Чеснок молодой на 43 рубля и лук взяла. Вот, собственно, и все, и бумажные платочки. Самые обычные, без всякого вкуса мяты и тому подобное. Сейчас это все разложу в холодильник. После этого я сейчас пойду уже начну заниматься своими делами, поэтому времени у меня не так уж и много остается на себя. Собственно, сейчас хочу уже закончить этот влог. Я надеюсь, что он вам понравился, и вы поставим пальчик вверх. У нас сегодня получился достаточно такой семейный день, и мы отлично погуляли. Погода сегодня шикарная, радует то, что и завтра тоже будет такая же погода. Так что, может быть, завтра еще поедем куда-нибудь погуляем, посмотрим. Ставьте пальчик вверх под этим влогом, смотрите предыдущие влоги, если вы их пропустили. Кстати говоря, под предыдущим влогом проходит конкурс, так что тоже обязательно заглядывайте, если еще не видели. И увидимся с вами уже в следующем влоге. Всем пока!